Мы продолжаем совместную акцию с российским благотворительным фондом «Русфонд». Ее цель – помочь больным детям. Годовалый Никита Шехерев из Узловского района пережил сложную операцию. Ему требуется дальнейшее лечение. Помочь Никите можете в том числе и вы. Для этого необходимо отправить на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Подробности в нашем материале. Га-га, собачка! Энергичности Елены и улыбчивости ее сынишки Никиты можно позавидовать. Однако мальчуган за 1 год и 3 месяца своей жизни больше времени провел в больницах, чем дома с игрушками. Еще во время беременности прозвучал диагноз спинобифида или врожденный порок развития спинного мозга. Лежал он в реанимации 2 месяца. За эти 2 месяца нам сделали, первое это иссечение грыжи, и второе поставили шунт. Вот, потому что началась большая гидроцефалия, огромная. Произошел отрыв шунта. Голова не обследована в том плане, какое-то подозрение есть на кровоизлияние. Операция не могла пройти бесследно. И чтобы определить план лечения, в первую очередь нужна диагностика. Как и у других детей со спинобифида, у Никиты есть проблемы с мочевыделительной системой и кишечником, ортопедические особенности. Все это требует комплексного обследования у нейрохирурга, уролога, невролога, ортопеда-травматолога, ортезиста и врача-реабилитолога и совместного обсуждения проблем с специалистами. Стоимость лечения более 986 тысяч рублей. Сумма для семьи неподъемная. Читатели сайта «Русфонд» и газеты «Коммерсант» соберут 743 тысячи. Свой вклад внесет донор 200 тысяч рублей. Не хватает 43 тысяч. Для помощи Никите отправьте на короткий номер 5542 смс-сообщение со словом «Дети». Стоимость одного сообщения 75 рублей. А владельцы смартфонов могут воспользоваться мобильным приложением «Русфонда». Анастасия Октябрьская, Надежда Долгих, Богдан Гладун. Вести Тула.